достаточно одной таблетки. Даже в грудак, в принципе, ты садишь, и все этого достаточно. Потому что вот эти вот, которые как там, МАЗ, 36-й карабин, ну как бы хер его знает. Мне он не очень понравился. Мне как-то кар повеселее, мне кажется, раздает. Тебе не показалось так? Не, пока не заметил такого. Так. О, еще одного пустого нашел. Ну, вроде все. Не понимаю. Пулемет сел, сижу на пулемете просто в нагло. Они тут ползают вроде. Противник наседает на точку. Блин, на точку наседает.
Да, они с левого фланга обошли. Что-то и не слышно. Ну, 38-й все, полетел. Блин, как мне здесь нравится на самолете летать, вообще обалденно. Уезжает к правому флангу.
Противник начал захват. Я самолет лечу сбивать. Ну, второй самолет, прикинь, Петь. Мы потеряли точку. Назад. Блядь, херово. Их тысяча теперь народов. Танк, видите, в прицел заходишь и как бы этот, В нажимай. У меня прям танком будет помечен. А то я так ее не смогу так попасть, конечно. Нихера не видно. А он на дороге где-то стоит. А, я примерно понимаю, где, наверное. Попал? Вроде попал. Тебя с ножа зарезали? Сегодня тоже, у меня топор есть, топором сегодня умудрился. Слушай, ну ничего, мне вроде получается самолеты даже убивать, блин, на второй день. А, еще одна улетка вижу. Пошел за леткой гоняться пока. Не дай ему, ей штурмите. Человек куски лежит. Да, там людей рвет на куски, я обратил внимание. Особенно ртой, когда попадаешь, там вообще приходишь на это место, там руки, ноги, блядь. Враг пытается отбить точку. Че, на точку прям ударить, да? Или есть внизу еще кто-то? Никого. Танчиков нету? А нет, это не... Так, вроде попал в танк. Нахуёво как-то. А, убил я его, да? Да, 3 единицы... А, 3 самолета только. Танк не убил еще. Пацанов, наверное, расселил только. Блять. Походу, меня самолет убивает. А ты научился уже ПВОшки ставить? Инженерами. Это прикольно. Нифига себе. Прям сказал круто. Пожёг пацанов тут.
Ты знаешь, что можно стволы поднимать? Он живой. Понял.
еще раз зайду. Вернулся. Так, есть возможность пометить? Да, я последний был. Понятно. Я уже кинул. Я ему на ход, а он свернул. Блять, там еще самолет появился. Сейчас попробую перезарядиться и это. Да мне МК-108 вообще закончилось. И вот коктейль Молотова в этом плане понравился. Точка потеряна. Отступаем. Все, последняя точка. А где самолет-то? Восьмого, да, по-моему? Да, убил. Противник наседает на точку. Пять единиц техники у меня рассчитано. Самолетик.
Что-то на самолёту пизда, походу. Фига, там отхватил. Блять, арта. Противник начал захват. Все, пизда. Наша оборона была сломлена. Жесткая. Мы проиграли заруба. Эту битву. Нормально замесились. 60 человек я оформил. 5 единиц техники. Я вообще, блядь, там убил, наверное, 5 человек. 24 у тебя. Не, неплохо выступил. Я, видишь, этот... Чё-то неудачно... пехотой действовал. Пару раз там хорошо на пулемет сел в самом начале, куча народ погасил, а потом что-то не очень мне повезло. Но у меня сетап под этот, под лес. Огнеметом еще неплохо, там в углу встал, там пацаны лезут толпой. Прикольно, что когда попадаешь из огнемета в человека, он такой начинает орать и тушить себе вот таким голосом дебильным вопит. Чё, погнали? Mm-hmm. О, сейчас. Вот эта карта нормальная. Тут мне хорошо там повезло. Так, здесь нам точки надо захватывать. Давай объединимся. Видишь же меня, да? Подожди секунду. Лодка. Надо точки захватывать. Я церковь займу, тебя жду. Подтягивайся. Да, ну, со второй волной пойду. Я просто с огнеметной бригадой. Можем это, нормально здесь это устроить, кикаша.
Блять. Сука, с пулеметом, блядь. Слава, справа, ты. Танк катает. Наш. Это наш же, блядь, танк. Да нет, там. Под жопу ему кинул, взрывчатку. Ситуация применять. Пойду в церковь, займу прям наверху. Враг занял этот точку. Тип с пулеметом. Защищайте следующую. Сейчас будет по дому прямой наводкой долбить. Попробую добежать до него. Нет, не добегу. Хер его. Враг отбросил нас назад. Да, блядь, все последнее. Не, еще на острове будет последний, по-моему. Давай к этой бункеру отступаем, начинаем там застраивать его крепление всякими. Зенитку надо куда-нибудь поставить.
Все, пошел замес. Че надо, блядь? В бункер занять. О, тут пулемет есть наверху, ништяк. Я смертен. Я на крыше бункера закрепился, но то ли арта, то ли танк, блядь, не пойму, что-то лупит. Он сломал мой брустер, блядь, на танке по нему проехал тут же, блядь. Я смотрю, у них там есть прокачанные пацаны уже, пулеметчики в этой бригаде. Смотри, не хп, вот тут, блядь, уже умеют ребята, походу, играть. Медь противника, что ли? Все, ушел на перезарядку. Ой, не ушел. Пиздюль в рот. Да, и пулеметчик он раздает люто. Враг пытается отбить точку.
Противник отбивает точку. Блять, все, там пора банда защемила. Танк на точку да приехал. Все, уебал. Наглёшь. Мы... Наша оборона была сломлена. Мы проиграли эту битву. О, огнемет дали. Я даже могу его купить. А нет, не могу, это я могу солдата купить. А огнемет там дают сразу? Батарею. Тебе там дают отряд огнеметчиков с, уже с комплектом вооружения. Вот, там дай. Один пацан огнеметчик. Прекрасно. И теперь ты еще и покупать его можешь. Огнемет зачетный там, пожарительный и пахальник. Мне очень прям понравился он. Далеко жарит? Да. Далеко и струя такая нормальная. Особенно когда толпа прям тебе подбегает, вообще прям круто. Даже рядом все поджигаешь, они бегут через огонь, и им прям хуёво становится. Так, загони-ка, наверное, одну катку без меня. Я сейчас отойду на 5 секунд. Ну, не на 5 секунд, а там, на 15. Ну, как раз на год. Хорошо.
Да ёб твою мать!
отбросил нас назад. Нашу точку.
Здесь. Я тоже. Плоский. Я пошел сейчас в этот, просто один человек побегал. Мне так больше нравится, честно говоря. Поинтереснее. А то это бегают дебилы вокруг тебя, так мешают иногда. Пригло скинул. Может, попробуем этот бойца одиночки зайти? Или отряды? Ну, отряды сейчас выгоднее на них. Прокачка быстрее идет. Давай. Пацанов отправил на три обучения.
Готов. Здорово! Здорово! Че, на 110-м сразу выйду? Ударю, блять, по ним. О, я на танке поеду. Давай. Блять, не попал в самолетик. Хрен за мной повернулся, решил не убиться бы от него и обдирижабли эти висящие. Мы захватили Б. Потерял самолетик. Где враги-то? Враги атакуют точку С. Мы потеряли точку С. Сразу к своим. Я тут недавно на пуле прожил и всю войну. Потом пульки уже кончились, спешился. Это танки был на берег. Что-то никого не убил.
Точка Б наша. Представляешь, Петя? Он, сука, уехал. Домов научился залазить. Открываешь дверь любую и по двери залазишь на крышу. Изнутри дома как бы открываешь все. А на крышу дома? Да. И все, и по двери на крышу залазишь. Особенно по сараю вот я сейчас пытаюсь. Значит, по сараю не получилось. А на крышу да залазил там. Че, на Б бежать? Ты на Б, да? Блять, танк опять на Б подъезжает. Еще один здесь танчик стоит. Хер знает, что делать. А, наша пума приехала. Я не успел пометить танк.
мальчик повел, как ты мол, ты увидел. Поджог. Противник отбирает точку А. Пакет. Ой, как он лопнул. В конце танчик успел взорвать. И вообще на последнем месте, представляешь? Мне не повезло. Да, у меня тоже там, блядь. А нас сразу как-то начали это. Чему? Погнали. Захват. Thank you.
Точка С под контролем. Самолет не слышно. Чё, пошли бой заходим? Захватили А! Что там, на танчике? Давай с тобой пойду. Так, Майк, только не подави пацанов. Пацанов Майк его подавил. Давай на Б, Петь. Налево. Я за тобой буду идти. Подъезжай фугасами прям по окнам, начинай работать. Там нашего штурмуют вроде. Подъехать.
захватили С. Сложно с ним что-то сделать. Еще в домике, пацаны. Мы потеряли точку С. Подожди. Там на F нажимаешь, выпрыгнуть можно из танка. Только пацанам надо автоматики перед этим раздать обязательно. Я так точку брал, в наглую прям залетал туда. Каких-нибудь врагов хотя бы чуть-чуть, а то я как бы наше подкрепление на исходе через ВВ. Вообще никого не вижу. Иначе мы потерпим поражение.
Давайте. Погнали. Бонус сам собрал. Готов? Да, просто готов стоит. И вот. Я одну секунду. Ага, тогда снимай. На танчике нормально, ты вроде сейчас это продавил фланг. Да и попугал там больше. Блин. Зачем они так сделали? Кучу кнопок. Нажимаешь, что там. Ну, до хера, да, пока еще не очень думаю. Тебе булькает еще что-то там. Зазвучка, блять, пиздец, как для этих гандаунов. Лучше бы воды в бассейн налили, блядь. А то разрешили, слышал такой анекдот, да? Ну. В дурдом, блядь, приходит, блядь, комиссия, ходит, да, хуяк, блядь, заходит, надеюсь, что вот здесь бассейн, хуяк, там эти придурки с вышки, блядь, в бассейн прыгают, блядь. Ну, что вы делаете, блядь, она вот, врач разрешил, блядь. Нихуя себе. А если, говорит, будете хорошо себя вести, то еще и воды нальется. Блин, сейчас подулучшил 110-й, уже второй модуль какой-то там поставил. Ничего, так он стал повеселее. Так, я готов, слышишь? Угу, а то он прям на виражах терял скорость, блядь, сложно было. Сейчас прям ничего, уже такой. Блядь, вот танки мне бы подсвечивал, когда был прям так заебись. Давай, сейчас займусь чисто для охоты на танки. Ну это когда я лётку возьму. Я поначалу, наверное, побегу, поштурмую этими автоматчиками. Угу. А, огнеметчик его, может, не автоматчик, наверное. Сейчас тебя найду сначала. Так, один танчик у нас есть. Побежали, цены забирать надо. А, ты бой забираешь, все, понял. Я на это. Блять, не успел. Ёбать!
ёбаный танк. Блять, ну как они так видят? Я не вижу, не понимаю. Ты где на чем? Я на тебя буду все время штурмовать. Давай. Попробуй огнеметчиком порваться. Хоть там танк приехал, ебаный насос. Вот хуй, значит, не делать. Отстреливать их. Для начала. Отбились и пизды получили.
На С бежим. Они сейчас придут захватывать его. Секундочку, что-то я хотел сделать. С воздуха попробую. Тут, конечно, дома не очень удобно. Да если будет там контакт, попробуй там что-нибудь по этому попоказывай. Особенно если танчики. Противник отбирает точку Б. Человек сгорел.
враг захватил точку Б. Со всех точек, да? Враг захватил точку С. Ты где бой ведешь, Петь? А, вижу, на С. Так, на, по-моему, танчик катается, да? Самолетик появился вражеский. Мы потеряли точку С. Это хорошо.
Стреляйте под нажмем, мы проигрываем. Сразу погнали. Так. Надо микрофон. Перекур. Давай. У меня тут прокачались опять солдатики. Надо... Бля, здесь половину времени занимаешься солдатиками. Надо сначала играть, 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 а потом ставишь их и уходишь спокойно. Это... А, бесполезно. Потому что вот сейчас нафиг мне ходить с солдатами первого уровня. Прокачивать их. Так а все уже, он больше не прокачается. А, вон ты прочь, все, я понял. Ага, это приходится через обеспечение покупать. Я новых закидываю, Таня, звезду получает, по три собирается в это, и нормальных там бойцов там. У меня всего их немного осталось. Там было до хрена, я думаю, блядь, нахуй столько, столько надо. А так раз от раз и все скучковались буквально. Мне уже не хватает их. Ну вот, а катать этих полнозвездных, ну я понимаю, там будет 5 звезд, можно его катать, знаешь, там. А, не, просто их это имею в виду выкачиваю, чтобы уровни там всякие приколюхи у них появлялись новые. Вот радист сейчас хочу открыть. Чё, перекур, короче, да? Да, перекур.
А огнеметчик это куда? Вот, огнеметчик. Все, я перепутал. Граната у него, блядь, есть. И винтовка, и огнемет. Отлично, красавчик. Гранатку не тебе дадим.
С гранатой завсегда подрусили, да? Ни хрена, что эти, да, огнеметная полка, блядь, он такой, из этого, без пулеметов. Так, ну что, давай прокатимся, попробуем. Огнемет, не понял, чуть ли не сквозь стены прожигает, да? Погнали. Ты здесь? Угу. Погнали. О, здесь можно нормально наколотить народа. Снайпер возьму. Пацаны какие крутые, все с пулеметами, блядь. Целый отряд пулеметчиков. С МГ-хами, прикинь. Типа. Пулемет опять.
выехал, ебаный. Еще один танк выехал. Бомбики. Пометишь мне танчик сейчас? Где он там? Так, сейчас буду заходить. Видишь там петь? Можешь примерно объяснить, где он? На пляже, не на пляже там. Ниже. Это все на пляже. Блядь, все горит, ни хера не видно. Разбомбили на. Катали слева проходит. Все, выполнил. Блять, ебучий куст. Распел. Блять. Хорош снайпер. Распал Стив. Пойдем штурмить, пульдел. За тобой бегу. Можно заставлять их лечить себя, прикольно. Ты должен вернуться на поле боя. О, пулемет тут можно занять, смотри, классно. Блять.
пулемет. Сами будут в эти ворота щемиться. Наша задача – удержаться на позиции.
совсем поджимают уже к точке. Блять, надо там гнездо пулеметное занимать. Ну, нормально надо отдать покосить тех. Залезу. Просто так не сдамся. Съебался. Танчик прям по мне отработал позиции. Охренеть. Жестко было. Да еб твою. Какой-то, да? Случайно. Твою мать. Да, короче, огнеметчика беру и зажимаюсь на этой, на точке. Попробую не пустить сюда.
вакуума бы взять и сверху по ним пострелять. Пугался мне чисто.
20 секунд мы победили. Женя, меня из-за неактивности выкинули. У меня просто сосед зашел, мне надо сейчас пообщаться. А, хорошо. Да. Наша оборона выстояла. Мы победили.